Мастер сцены, так называют коллеги, актрису Елену Остапенко. Более 10 лет она работает в театре «Самарская площадь» и задействована более чем в 20 спектаклях. Ей поддаются любые роли. Это то, что можно назвать синтетической актрисой. Она действительно не только владеет виртуозно актерским мастерством, причем широким диапазоном. То есть тут роли и драматические, и комические, и возрастные. То есть, ну, просто действительно очень широкий диапазон актерский, плюс вокал, я считаю, профессиональный, плюс танцы. То есть двигается она тоже очень профессионально, потому что в прошлом спортсмен, в прошлом танцор. То есть у нее очень такая богатая деятельность до театра. Когда я беру Лену, я четко знаю, она поднимется до хорошего уровня и исполнит какую-то свою новую роль очень хорошо. В спектакле «Фанатки» последняя наша премьера, у нее есть роль, где она в конце танцует на экране. И даже этот танец на экране вызвал аплодисменты. Я сказал: «Лена, бенефисная роль, оказывается». Для своего бенефиса актриса выбрала форму творческого вечера – чтение стихов, исполнение любимых песен, рассказ о детстве, юности, педагогах и наставниках. Там высоко над землею кружит стая, если смотреть наверх, кружится голова. Безусловно, Елена берет своим профессионализмом в первую очередь. Ей, в общем-то, хорошо очень даются и комические роли, и какие-то такие более трагические. Личность целостная и вообще интересный человек в общении. Хотелось лично поздравить, поблагодарить за те минуты, которые мы когда-то проводим вместе. Бывает, выбираемся. Актрису пришли поздравить родные, друзья, коллеги и поклонники творчества, с которыми после концерта состоялось неформальное общение. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.